А перед началом видео хочу сказать спасибо большое вот этим вот людям за донаты. И отдельное спасибо хочу сказать человеку с ником Попугай Батон. Еще один большой донат от тебя. Большое тебе спасибо. И если вы тоже хотите попасть в видео таким вот образом, ссылка, если что, будет в описании. И всем привет, дорогие друзья, и у микрофона Незрон. Несколько дней назад Роптоп снова активен на своем дискорд-сервере. Я немного отсутствовал в это время и не мог записывать видео, поэтому немного пропустил этот момент. И сейчас хочу нагнать его и выпустить видео об этом событии, потому что, возможно, вы этого еще не видели. Там достаточно интересный видос, и смотрите это видео обязательно до конца. И давайте наберем здесь 10 тысяч просмотров и 1000 лайков. И таких видео будет на моем канале больше. Ну а мы переходим к видео. Друзья, вы наверняка в курсе, что сейчас многие вещи в России так просто не купить. Из-за всем известной вам ситуации. В общем, что же я хотел сказать. В таких случаях на помощь вам может прийти телеграм-канал Store Russia. На нем можно купить Prime CSGO, лицензию Майнкрафта, даже робуксы. Это если что, валюта в робуксе такая. И даже мега-хак для Geometry Dash. И все это без наценок, а иногда даже дешевле, чем покупать у официальных продавцов. Канал проверен и отлично работает. Регулярные посты, розыгрыши и отзывы. Это все, что вы можете там найти. А ссылка на него будет, не скажу где. Ну ладно, в общем, ссылка на него в описании. В общем, 24 июля Роптоп снова начал общаться с людьми на официальном ГД сервере. Тогда он прислал всего лишь один видос, но этот видос очень интересный. Перед тем, как его прислать, он написал, что в данный момент тестирует некоторые плюшки в редакторе игры. А также он сказал, что в игре сейчас больше 8000 звуковых объектов. Но это, в общем-то, побочная информация. И вот то, для чего вы зашли на это видео. Смотрите. Ага, прикольно, да? FL Dash, ну или Geometry Studio. В общем, Роптоп с помощью SFX триггера смог создать бит в игре. Это уже просто новый уровень какой-то, конечно. Это не просто война в Geometry Dash, это уже буквально можете добавить какую-нибудь музыку в ГД из Newgrounds, а уже в самом уровне наложить на нее бит. И это реально просто новый уровень звука. И я думаю, ваши ожидания насчет этого видео оправдались. Когда я сам это первый раз увидел, немножечко офигел на самом деле. Что ж, это было 24 июля, и с тех пор Роптоп не заходил на официальный ГД сервер. Прошло уже чуть больше недели, и в общем-то я думаю, что до очередного его появления осталось недолго. Ну, а пока что на этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать колокольчик, а также писать комментарии, это очень сильно помогает продвижению моего канала. А у микрофона был Незрон, и всем до встречи, друзья, всем пока!